На работе болеют коллеги, а соседи во дворе обсуждают надвигающуюся волну гриппа. Людмила Деревнина решила не дожидаться плохого самочувствия, чтобы начать заботиться о своем здоровье. От врача-терапевта прямиком в процедурный, на прививку от гриппа. Сейчас уже становится страшно, мне не 18 лет и не 25, поэтому думаю, лучше сделать. Переношу я прививки хорошо, но надеюсь, что все будет хорошо. Впрочем, по данным медиков, прививку от гриппа хорошо переносят все. Делают вакцину отечественным препаратом «Совигрипп». Он сочетает в себе сразу несколько штаммов вирусов гриппа, а значит, надежно борется с ними всеми. Против сезонного гриппа прививают и беременных женщин. Для них подготовили отдельное лекарство «Ультрекс». У большинства пациентов никаких побочных действий нет. Они даже не замечают, что сделали прививку. Ну, может быть, легкое покраснение на месте прививки, уколочная реакция так называемая. Может быть, болезненность в месте прививки, но это естественно. Для того, чтобы препарат подействовал и встал на защиту организма от внешних вирусов, ему необходимо 2-3 недели. Мы сейчас обследуем наших пациентов, которые заболели ОРВИ. С признаками острого респираторного заболевания к нам приходят. Мы всех обследуем не только на коронавирусную инфекцию, но также на гриппозную инфекцию. Еще пока ни одного случая мы не зарегистрировали. Поэтому сейчас самое время прийти в поликлинику и вакцинироваться против гриппа. Сделав прививку, медики рекомендуют не мочить место укола в течение 3 дней, а в случае появившегося зуда и покраснения принять таблетку антигистаминного. Привиться против гриппа в Химках можно в любой городской поликлинике. По будням с 8 до 20 часов и по субботам с 9 до 15:00. Нина Липанова, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.